Так, здравствуйте. Меня все слышите, да? Угу. Меня зовут Ольга. Мне 38 лет. Я мама двух очаровательных дочек. Вот моей дочки. Старшей моей 14 лет. Татьяна зовут. И второй будет скоро 25 августа исполнится нам Настенька. Вот. Я живу в поселке Приводино Кутловского района Архангельской области. И в данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. У меня времени как бы свободного много. Какого вида видео не будет? А презентация показывает, да? А, ну хорошо, продолжаю дальше. Значит, времени свободного много, а денег не хватает. Кто сидел в отпуске по уходу за ребенком, знает, какие у нас пособия. Вот. И сидим мы как-то со своей старшей дочкой, обсуждаем, что вот интернет, что все покупают что-то через интернет, продают. Думаем, что-то надо самим придумать. Вот, решили с ней, дочка, вернее, предложила, мама, ты подпишись, а я буду распространять косметику. Предлагается карта. Во-первых, и для себя было бы дешевле, и какие-то деньги еще появились бы. И, конечно же, мне было интересно, как можно заработать, продавая косметику. Так, почему именно Oriflame мы выбрали с дочкой? Потому что этой продукцией я уже пользовалась сначала. Покупала у своей знакомой по цене каталога, потом у другой знакомой по цене консультанта уже. Меня это, в принципе, устраивало. Хотя никто зарегистрироваться, стать консультантом Oriflame мне не предлагал. Я стала искать в интернете, кто у нас в Кутласе занимается Oriflame. Мне выдало несколько адресов, и через знакомых, подруг я стала узнавать, кому лучше обратиться, чтобы зарегистрироваться. Вот. Известив за и против, я постучалась в группу Натальи Невзоровой. Почему именно к Наташе? Потому что я, когда ползала по просторам интернета, я видела, что у нее создан сайт, есть своя группа, очень много информации выложено. Я решила обратиться все-таки к человеку, который очень много знает. Это было вот в середине 17 марта. Я обратилась к Наташе, она меня зарегистрировала. Так, вот. И так я получила свой дисконтную карточку, свой регистрационный номер, пароль и консультацию Наташи. Значит, у дочки как-то не стало получаться с получением заказов. В школе многие идутся более дешевой косметикой, продукцией других фирм. Да и стеснялась она предлагать. Мне как мамочке пришлось все брать в свои руки. Значит, я стала ходить, рассказывать своим знакомым, что я там Oriflame. Стала через интернет своим друзьям рассылать рассылки, что я консультант Oriflame, обращайтесь. Давала ссылочку на журнал.
на действующий каталог. Вот. И как-то у меня стало все получаться. Информации продукции. Училась на проекте у Натальи Невзоровой, мастерская роста Натальи Невзоровой. Узнала, что существуют различные акции распродажи кушнир. Предложила мне делать людей, приглашая на акцию «Подари подарок другу». Я делала звонки, а Ирина встречала их в офисе и проводила с ними встречи. Всех, кто захотел оформить дисконтную карту, регистрировались под мое имя. Так у меня стала появляться своя команда. И теперь уже я стала обучать других. У меня есть свой чат ВКонтакте, с моими акциями, продажами, даю ссылки на нужные странички в интернете. Как я помогаю своим консультантам, работа у меня с ними идет в основном через интернет и через телефон. Вот. Первый заказ в основном у новичка я провожу сама по телефону. Мне говорят код продукчества. И когда заказ приходит в офис, у нас происходит встреча с новичком, на которую я знакомлю его с правилами офиса, как оплачивать и как проверять заказ. А дальше смотрю, контролирую, набираю, чтобы не забыли сделать свои заказы, девчонки. И я всегда на связи. Если что-то им непонятно, они мне звонят, спрашивают, как там, Оля, что сделать, помоги нам. Ну, я вот всегда им помогаю. Считай, до 12 ночи они могут позвонить, потому что у нас рабочее время, считай, начинается только с 9 вечера, когда маленькую ложишь спать. Так, а теперь я хотела бы рассказать, каких результатов я добилась за последние 18 недель. Значит, здесь у меня в скриншоте видно, да, какие доходы я имела в каждый каталог. Вот, за 18 месяцев я получила от компании 14 503 рубля, это где-то 3 300 в месяц. Вот, и как бы я не хочу на этом останавливаться. Я думаю, что у меня будет получаться и дальше, и у меня доходы будут больше. Так, и за мою работу компания Альфлейм подарила мне вот такие подарки. Значит, сумка красная, ну вот это по акции «Живи ярко». Это то, что мои новички проходили стартовую программу, мне компания дарила подарки. Блендер, а вот кофеварку мне Наталья лично подарила за то, что я, придя в компанию Reflame, сделала 100 баллов за неделю. Вот. И что еще хотела бы сказать, что я пришла в Reflame сама, меня никто не агитировал, меня никто не приглашал. Я это решила сама, сама постучалась. Я стала не только покупать продукцию со скидкой 18%, да, по ценам консультанта, но еще я стала строить свою команду, обучая других, и за это компания мне платит деньги. А это уже дополнительный доход. Все-таки какой-то плюс уже моему пособию. Вот. И что же я хочу? Я хочу, у нас свои есть мечты, да. Вот, и у меня тоже есть. И вот я хочу, чтобы создать такую команду свою, с которой мы стали бы вместе, шли, с которой мы шли бы к осуществлению своих мечт вместе. Все вместе. Ну, все, наверное. Спасибо, что послушали. Может, у кого какие-то вопросы есть ко мне?